Компания MGT Capital Investments анонсировала пилотную программу по майнингу Ethereum и Ethereum Classic. Как сообщает Bitcoinist.com, в прошлом году компания занялась майнингом биткоина, а теперь намерена расширяться. По договоренности с Bit5 MGT приобретет 60 майнинговых компьютеров, использующих высокопроизводительные видеокарты и процессоры для майнинга Ethereum и Ethereum Classic. Главный исполнительный директор Джон Макфи считает, что добавление этих криптовалют будет очень выгодным.